Ее ждали целый год в России и за рубежом, и 15-я новая волна захлестнула Сочи. К экранам прильнули миллионы телезрителей, сотни собрались в зале. И именно они нырнули в бешеный водоворот музыки, подлинный, без монтажа. Открылся гала-концерт с курьеза. В щекотливом положении оказался король поп-музыки. Эмоциональность Филиппа Киркорова вывела из строя музыкальную аппаратуру. Исполняя песню «Сиртаки», народный артист дважды остался без звука. И лишь в третий раз Филипп Киркоров встал на гребень новой волны. Все вокруг остановилось, а я пел. И, по-моему, зритель оценил, что такое настоящее, что такое по-честному. Звезды российской эстрады на площадке появлялись друг за другом. Их сразу брала в кольцо журналистское братье. Ослепляла вспышками и засыпала вопросами. На один из популярных «Как долетели» отвечали хором «Отлично». Выделился только Валерий Меладзе. Достаточно легко и быстро добрались. Но, правда, не долетел мой чемодан из всех чемоданов. Но это меня не сильно расстраивает, потому что я думаю, что он найдется рано или поздно. Пока перед зрителями выступали артисты, за сценой разворачивался не менее захватывающий концерт. Артисты балета Киркорова пародировали Сергея Лазарева. Звезды блистали шикарными нарядами, прославляя имена модельеров. На мне, собственно, one and only Александр Терехов, который делает вот эти сногсшибательные наряды мне для шоу и для каких-то самых важных выходов. Тем временем на сцене Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Жасмин. Звездный список не просто насыщен именами, но и переполнен сюрпризами. Один преподнесли Игорь Крутой и Анжелика Варум. Опоздавшая любовь не согреет никогда. И в этом не секрет. Это наш дебют с Игорем Яковлевичем в дуэтом. Игорь Яковлевич написал музыку, а я текст к этой песне. Некоторые звездные гости приехали на новую волну с миссией. Они вытягивали на мерки определяющий порядок выступления конкурсантов, которые ждали вердикта в специальной зоне. Так Таисия Повали для украинской певицы определила номер 15. Потому что чем ближе к финалу, мне кажется, тем ты больше запоминаешься и зрителям, и телезрителям. И, конечно же, членам жюри. За жеребьевкой конкурсанты следили в специальной зоне. Здесь собрались все 16 участников. Их отбирали из 16 тысяч желающих. Россию представляют сразу несколько артистов. Группа «Нева», певец Денис Соколов и солистка из Сочи Ясения. Мы отобрали, я понял, только здесь. Сверх каких-то поющих конкурсантов. Не в один год. Из всех 15 лет, из 14. У нас не было такого состава. Судить мы будем, как всегда, справедливо, беспристрастно и душевно. Выступление российских звезд разбавил пуэрториканский поп-музыкант. Рики Мартин исполнил свои знаменитые хиты и тем самым завершил гала-концерт. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.